Более 500 мест после открытия обеспечат 3 детских садика, строящихся в Щелковском районе. Учреждения возводятся в рамках программы «Наше Подмосковье» при софинансировании районного бюджета. Соответственно, и контроль за работами особый. Выездные совещания администрация района проводит минимум 2 раза в неделю. Очередная встреча с подрядчиками состоялась на площадке самого крупного объекта – детского сада на 240 мест в деревне Медвежьи озера. Организационные вопросы решались. Практически садик вот Медвежьи озера подходит к сдаче, новый городок тоже сам подходит к сдаче. Соответственно, по Первому Советскому переулку работы еще достаточно, тем не менее, по срокам подгоняем. Так, руководитель районной администрации поручил подрядчикам в кратчайшие сроки устранить недостатки по замечаниям, сделанным надзорными органами. В основном они касаются работы систем пожарной безопасности. Пошнадзору, сейчас стройнадзором очень плотно работать для того, чтобы все недостатки текущие устранять в текущем режиме, а не в авральном. Также на совещании обсудили проблемы с финансированием, которые возникли на строительной площадке садика в поселке Новый Городок. Только что буквально переговорил с зампредом правительства, получил от него добро разорвать контракт с той фирмой, которая не выдерживает график финансирования строительства. Все 3 детских сада планируют сдать в эксплуатацию в течение летнего периода. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».